Здравствуйте. 6 апреля 29 лунный день. Создан Буд с элементом дерева. Особенный день для благородных людей. Благоприятнее обращаться к учителю-наставнику Буддам, Бодхисаттвам, находить ответы, практики созерцания, размышления, медитации, создавать планы, продажи, принятие важных решений, вкладывать накопления, проявление щедрости, спонсорство, меценатство, ритуалы долгой жизни, очищение, устранение негатива, почитание хозяев местности. День неблагоприятен для руки дерева, принимать обеты, сутостоя, ставить ребенка на ноги. Благоприятен для людей, родящих год, собаки, тигра. Неблагоприятен годам, зайцы, курицы, мыши. Тынкур дуванья, наверное, березовская бомба, универсальный угинском тепчур дуванья. Сакюсен Арманхангал, Мани Дуани Зураиро, Гундрик Дуани Тарба Чембо. Будьте щедрыми.